Дары Юга – это уникальная возможность приобрести натуральные кавказские продукты. Ярмарка работает ежедневно с 10 до 19 часов в спорткомплексе «Динамо». В свое время я когда-то была на Кавказе, в том районе, и все это пробовала. И у них, ну, по крайней мере, у меня такое осталось впечатление, что это очень вкусно и все натуральное. Все мясо, представленное на ярмарке, произведено в Краснодарском крае. Также есть линейка деликатесного мяса, которое вялится в натуральной среде инжирных деревьев. Это бастурма, это хамон, задняя часть кабана, который во всем мире известен как испанский хамон, но мы тоже самое это делаем. Также мясо, вырезка говядины в сухом красном вине, вырезка ягненка. Коньяке. Вот такие деликатесы. Особого внимания заслуживает гордость ярмарки сыр под названием «Тысяча и одна ночь». Название родилось не в честь известного произведения, а в результате тысячедневной выдержки такого сыра. Есть как традиционные кавказские сыры сулугуни, чечил, брынза, всем известные. Также на волне вот санкций, после введения санкций, варим сыр, такой же, как в Италии, ничем не уступает. Пармезан, камамбер. И так далее. Без всяких добавок такой вот натуральный сыр, более такой вот насыщенный сливочный такой вкус. Мне понравилось. Вся продукция ярмарки «Дары Юга» натуральная, свежая, но при этом хранится она достаточно долго. Помимо сыров и мясных деликатесов, ярмарка славится натуральным ароматным чаем с ягодами и соцветиями, а также сухофруктами из Армении – алани, которые фаршируются орехами и медом. Ну, берут больше алани, то есть им это интересно, это очень вкусно, и все вот хотят попробовать и приходят, вот, можно сказать, только за ними. Также у нас представительство Республики Крым, это халва, это восточные сладости, ну и, конечно, такая вишенька на торте нашей ярмарки, это наши специи, это запах стоит прям на всю набережную Владивостока. Ярмарка «Дары Юга» пробудет во Владивостоке до 24 июня. Алина Кузина, Игорь Болтов, новости на восьмом.